Всем привет! Хочу показать вам, какую печку сделал в гараж. Конструкция простая, из автомобильных дисков ненужных. От Жигулей 13 диски. Друг на друга свариваются. В качестве дымохода труба 76-я. Конструкция простая. Первый диск вырезали под дувало для подсоса воздуха. Диск не вырезали. Остальные диски вырезали середину. Вот эту. И получилась топка. Высотой где-то, наверное, метр получилось, чуть побольше. Жару дает хороший. Сверху заварили листом троечкой и снизу лист тройка. Ну и тут диск какой-то обдирочный просто подсунули под него.